Ребят, зимний совет, и в конце в этом видео будет еще лайфхак. Когда мы ездим, под подкрылками набивается снег и лед. Его нужно обязательно счищать. И нужно чистить пороги. Почему нужно счищать лед с подкрылок и с порогов? Ну, первое, неприятные звуки, будут постоянно скрипеть, стучать. Второе, вы можете оторвать подкрылок при повороте руля. И третье, если не счищать лед с порогов, вы можете его просто замять. Переднее колесо попадет в яму, лед сыграет, и вы замнете порог. А теперь лайфхак. Чтобы снег и лед не прилипал на подкрылки, нужно их помыть, высушить, затем промазать полностью все силиконом. И также под дном пороги, также промазать их силиконом. И потом 2-3 недели, все зависит от интенсивности езды, у вас снег и лед больше не будет прилипать на подкрылках. Ни спереди, ни сзади, ни на порогах. Все, ребят, всем удачи, пользуйтесь.